Это захватывающе, конечно, волнительно, особенно перенос объявления результатов. Это было сложно полдня работать, пока непонятно место, непонятно вообще, результатов нет. Вот, но в целом это здорово, конечно, такой душевный подъем, очень эмоционально. Готовились примерно 2 недели, тестировали разные чаи из разных стран, тестировали травы. Большое спасибо за подготовку экс-чемпиону прошлого года Виталию Бугаеву. Мы работаем с ним вместе, это мой коллега. Вот, и вообще всей команде Remy Trade. Они хорошие коллеги, хорошие партнеры, хорошие друзья. Помогли очень хорошо и с травами, и с чаем. Специалисты, ну, каждый специализируется на своей стране, и каждый смог рассказать мне что-то новое о своей стране. Это помогло, потому что на каппинге были через разных стран. Вот, у них у всех разные дескрипторы. Так проще ориентироваться, когда знаешь дескрипторы конкретной страны.